Сегодня мы поговорим про течку у собачек. Что же это такое? Нужно ли этого бояться? И вообще, значит, у маленьких пород, таких вот как померанский шпиц, течка проходит довольно незаметно. Начинается она начиная где-то с 6 по 10 месяц после смены зубов у щеночка. Значит, проходит она, набухает петля и начинается выделение. Часто эти выделения настолько незаметны, эти собачки, они очень чистоплотные, они могут просто вылизываться очень тщательно, и что этих выделений нигде не будет заметно, то есть ничего вам они не запачкают, ничего такого не будет. Памперс нужно. Памперс — это больше для используют для крупных пород собак, потому что все равно, ну уже если течка у овчарки, то эти выделения довольно обильные и по всей квартире могут быть следы заметны. Первая течка — это такая, как переходной возраст, ваша собачка взрослеет, длится течка 3 недели, и эти 3 недели нужно водить собачку вашу только на поводке, внимательно следить за ней. Пустили собачку, может убежать, не слушать ваших команд. И, ну что, хватает считанных секунд, чтобы получить какое-то незапланированного детеныша. Вообще все, сводить можно на вторую течку, то есть это где-то в 1,5 года. Об этом я поподробнее еще сниму видео.